В Чикаго неизвестные открыли огонь по прохожим. Есть один погибший и шестеро раненых. В Чикаго, США, 8 августа на улице группа неизвестных открыла стрельбу по прохожим. В результате происшествия 6 человек ранены и еще один погиб. Об этом сообщает Эбк Ньюс. Несколько мужчин примерно в 22:30 по местному времени в пригороде Чикаго открыли огонь по толпе на тротуаре на улице. В результате стрельбы, по меньшей мере 6 человек были ранены, один мужчина погиб, так как получил выстрел в спину. Отмечено, что пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Инцидент произошел в 2 кварталах от полицейского управления района Бронзевиль. Преступники скрылись с места происшествия. По словам активиста по борьбе с насилием в Чикаго Эндрю Холмса, действия преступников могут быть запечатлены камерой внешнего видеонаблюдения. Мы надеемся, что некоторые из камер наблюдения, которые находятся на некоторых из этих зданий, захватили номерные знаки и автомобиль, в котором находятся эти люди, сказал Холмс. Напомним, ранее на День независимости США в Чикаго из-за перестрелок пострадали 100 человек. По материалам сайта news.com.